Со стороны Новотошка кинопродвижение. Не понял направление. Понял, понял. Мне 24 года, до войны училась в университете. Просто сидеть дома, сложа руки, ничего не делать, было бы, по крайней мере, с моей точки зрения, глупо. И если уж все, так все. Земля наша, не мы к ним приходили, они к нам пришли. Поэтому надо было их отсюда выгонять. Это и послужило, скажем так, главной причиной. У меня как-то спросили, что, а почему ты воюешь против Украины? Мой ответ был простой, что я против Украины не воюю. Я воюю против системы, государственной системы, которая там сейчас правит. И когда начались первые бои, восстание, там, подавление восстания, там, стрельба, первые жертвы пошли на Донбассе, людям это очень не понравилось. Люди сами к нему шли. Люди сами ему шли из-за его идей. За его правильных идей. Он не хотел воевать, он против был войны, конечно. Пусть идут домой, землю пашут. Пускай пашут землю, строят дома. Мы к ним не приходили, они к нам пришли. Мы их сюда не звали. Мы сами можем на своей земле построить ту жизнь, которая нам нужна. Чтобы дети наши жили счастливо. Зовут меня Александр. Сам я местный шахтер. Родился в Кировске. Вырос, всю жизнь прожил в Кировске. Проработал в шахте. Пришла война. Пришлось взять оружие опять в руки. Во-первых, это батальон «Призрак», бригада «Призрак» была сформирована Борисовичем Мозговым. Кировский батальон, первый Кировский батальон примкнул к бригаде в ноябре 2014 года. Первый Кировский получил знамя батальона, первого Кировского батальона. И так мы, костяк у нас остался сейчас. Весь костяк, все старички остались, как говорится, в батальоне. И молодежь обучаем. Если не мы, то кто? В основном все здесь местные. Здесь нет у нас ни россиян, как они называют, российские найманцы. Здесь все ребята, все с Донбасса, шахтеры. Есть Харьков, есть Днепропетровск, есть Одесса. Ну, а лично вот вы почему пошли на войну на это? Что вас, скажем так, побудило? Почему фактором что было? Так потому, что прекрасно помню 2 июня 2014 года, когда авиация бомбила Луганск, администрацию, восточные квартала, как там все летело. Самолеты, армия брошена была против своего народа на мирные города. Ну, я был в Луганске, я горел за Луганск непосредственно, вот и все. И как бы так неприятно было, когда приказ какого-то там, ну, тупо приказ, преступный приказ, который армия, которая должна защищать страну от внешнего врага, бросается на свои мирные города. Вот и все. Подло, нехорошо.